Фермер на дальних холмах встретил одинокого детеныша дикого кабана. Вы удивитесь, когда увидите в конце, что произойдет с ним. Малыш последовал за ним домой, и фермер, очарованный им, усыновил его. Детеныш был голоден и пил жадно. Семья фермера полюбила его, купила новую одежду. Поросенок стал послушным, ласковым, играл с дочкой. Постепенно становился озорным, дружелюбным с другими животными. Но год спустя фермер отпустил его в лес, что выглядело очень мило и трогательно. Удивлен? Пиши комментарий.